Всем привет! Вы находитесь на канале Чегеря, вот меня зовут Альтер, и сегодня я попытаюсь разобрать вам шоу Ирины Каратовны. Мы начинаем. Мы поговорим о плюсах и минусах этого шоу. Изначально в этом обзоре я думал поговорить еще о деталях и отсылках, но при написании текста понял, что видео было бы длинным, поэтому отсылки и детали будут в другом ролике. Также в этом ролике я не буду рассказывать, кто такие Ирина Кайратовна. Не знаешь ты, не знаю я, Ирина Кайратовна, кто такая? Почему такое название и так далее. Данный обзор включает в себя спойлеры. Вот, спойлер. Шоу Ирины Кайратовны. Ты что делал? Так что если вы вдруг не смотрели это шоу, советую сначала ознакомиться с ним, а после вернуться к данному ролику. Хотя я уверен, что многие уже заценили шоу Ирины Кайратовны, особенно мои подписчики. Но и тем, кто посмотрел, тоже будет интересно данное видео. И кстати, если вы еще не подписаны на канал, вы можете сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю, подпишись. Ну, пожалуйста. Зачем? Пожалуйста. Итак, на данный момент шоу Ирины Каратовны включает в себя 12 выпусков, 10 выпусков первого сезона и пока что 2 второго. Каждый выпуск первого сезона — это новая история, разбавленная кучей скетчей, которые идеально дополняют эту историю. А также выпуски первого сезона включают в себя мои любимые интервью, которые, конечно же, проседают. О, это же мое любимое интервью. На самом деле. Проседает. Но о них поговорим позже. Чем хороши выпуски шоу Ирины Каратовны? Хорошо прописанным сценарием первого сезона. Да, клево смотреть просто подборку скетчей, как в 3, 11 и 12 эпизодах, но куда интереснее наблюдать за какой-то историей. Здорово, когда есть сюжет. Первую серию можно считать пилотом, который знакомит нас с ребятами и тем, что нас ждет в дальнейшем. Сама тематика, как мне кажется, здесь слабо раскрыта. Это новостной телеканал, с которым особо не вяжутся скетчи и разговоры с казахстанцами. Пацаны, мне кажется, эти новости вообще никому не интересны. И вообще, кому они могут быть интересны? А? Но как первый выпуск, весьма неплохо. Его спасли только скетчи и реклама отдела маркетинга. Начиная со второго выпуска, уже становится интереснее смотреть, так как в каждом выпуске, кроме третьего, нас ждет новая история. Пикник, собеседование, кастинг, быстрые свидания, флэт, отдел маркетинга, ресторан и апокалипсис. Плюс в каждой серии есть подборка рекламных роликов от Азамата. Ну чё, бездельник, дождался? Это отдел маркетинга Ирины Кайратовны. Об интервью мы поговорим позже. Не хочу, чтобы обзор проседал. Также это шоу спасает актерская игра. Я играл в больших и подыгрывал в маленьких театрах. Во многом это все благодаря КВНовскому прошлому ребят. Нет. Нет и нет. Никакая шутка не зайдет зрителю, если она плохо отыграна. Вы очень талантливый, но, к сожалению, мы вынуждены сказать вам нет. А чё? Другое дело, если в шутке идет речь о том, что тебе неизвестно. Признавайтесь! Признавайтесь, кто принес с собой синие шарики? Ты! Например, некоторые шутки понятны только казахам, так как там затрагивались знакомые им темы. Некоторые задавали мне вопросы что-то типа «Кто лучший актер в Ирине Кайратовне?». Знаете, сложно выделить кого-то одного из команды, так как они все по-своему хороши в скетчах. Но у Азамата определенно есть плюс, так как помимо игры в скетчах, у него есть еще персонаж из отдела маркетинга. Я прям как знал, что лучший актер в Ирине Кайратовне – это Марка! Да! Илья не в счет, так как у него интервью, которые проседают. Помимо актерской игры, конечно же, можно выделить юмор. Я как-то говорил, что юмор такой же разный, как и музыка, на вкус и цвет. Тебе может не нравиться, а может наоборот пробить на ха-ха. Шоу Ирины Каратовны включает в себя полный ассорти разнообразных шуток. Здесь есть все. Юмор тут забавный, придурковатый, социальный, политический, странный, черный и так далее. Короче говоря, на любой вкус. Даже в интервьюшках есть над чем посмеяться. Но да-да, о них позже. Не могу не отметить визуальное решение. Здесь я подразумеваю режиссерскую и операторскую работу. Да, в основном ничего сложного в съемках скетча нет, но все же видно, что Куанеш подходил серьезно к своей работе. Виден рост профессионализма от первого выпуска до 12-го. Больше всего мне понравился 9-й эпизод благодаря фишке в один кадр.
кольцо верни хотя бы! Официант, виски принеси мне! Также выделю монтаж, так как в некоторых моментах эффекты... Да о каких спецэффектах? Спецэффектах! И цветокор для передачи атмосферы были очень кстати. Вы спросите меня, что насчет интервью? А я отвечу, о них позже, потерпите уж маленько. А сейчас поговорим о саундтреках и звуковом решении. Я восхищен разнообразием стилей музыки в этом шоу, был приятно удивлен, услышав известные мне песни, и был благодарен за новые треки для моего плейлиста. Я, кстати, подготовил видос с подборочкой некоторых треков из выпусков, так что, если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Помимо песен и музыки, хочется отметить саунд-дизайн. Не везде, конечно, но там, где нужно, он присутствует. Так, всем стоять! Что также говорит о кропотливой работе над проектом. А вот озвучка иногда оставляла желать лучшего. Особенно это слышно в 10-м выпуске. Но все это мелочь. За музыку в шоу 5 с плюсом. Даже в интервью были музыкальные вставки, которые, конечно же, их спасали. Ну ладно, ладно. Пришло время бомбануть. Интервью. Главный минус этого шоу. Весь вайб убивали интервью. Да, я не всех приглашенных гостей знал, и поэтому мне особо не было интересно. Но все эти интервью просто убивали динамику выпуска. Сначала пол выпуска ты смотришь забавные скетчи, тебе все нравится, а потом просто долго слушаешь интервью с подколами. Ладно, хоть музыкальные перебивки были. С Айжан Байзаков вообще больше половины выпуска. Блять, Айжан, хватит уже выставлять свою жопу и сиськи на показ. Ты же казашка, блядь, как тебе не стыдно? Знаешь, сколько семьи ты разрушила уже? Одумайся, пока не поздно, одумайся. Ты, ебак, фоткать будешь или нет? Буду. Давай это, жопой улыбни, жопой. Хотя ладно, это же Байзакова. Я бы особо не высказывался против интервью, если бы они занимали 1/4 выпуска. И то, мое мнение, что они вообще здесь не в тему. Я понимаю, что тогда как раз такой контент был в тренде, многие снимали интервью и так далее, но все же, это же шоу. И кстати, разговоры на улице с людьми мне бы больше зашли. Так к тебе подкатывает два парня, прикинь. Один подъезжает на Мэрине 221 и такой симпатичный, нормальный, и второй на 61 автобусе. Кому ты подойдешь? Тот, который на автобусе, еще прыщавый, страшный и жадный. Ну, на Мерседесе, конечно. Все вы одинаковые. Короче говоря, хорошо, что начиная с 8-го выпуска, они решили попрощаться с интервьюшками и сделали упор на скетчи. Это, наверное, моя главная предъява. Все остальное по мелочи. Например, эти петлички, которые бросались в глаза. Понимаю, что у ребят тогда не было профоборудования, поэтому старался закрывать глаза на всякие мелочи. Вообще, понимая, какая проделывалась работа, даже не хочется обращать внимание на мелочи. В общем и целом, мне шоу очень понравилось. И мне, как и многим, хотелось бы увидеть продолжение. Ходит много разных мнений. Будет, не будет. Сами участники то говорят, что не будет, то говорят скоро-скоро. Известно точно, что у ребят уже давно отсняты 3 выпуска, но они не нравились парням. Сейчас им кажется, что ничего нового они не дадут, учитывая разнообразие YouTube-площадки. А в данный момент идет работа над фильмом и первым сольным альбомом Ирины Кайратовны. Но, кто знает, возможно, что шоу продолжится, так как мне кажется, что данное шоу имеет место быть. Лично я смотрел с интересом, такого контента очень мало даже сейчас. Сравнение здесь с ГГ-шоу или Лена Кука вообще не в тему, так как в основном они делали короткометражные фильмы. Их можно между собой сравнивать, а здесь совсем другой подход. Ну а в конце хотелось бы сказать огромное спасибо всей команде, которая трудилась над данным проектом, ведь без них у нас бы не было шоу Ирины Кайратовны. И спасибо всем, кто подписался на меня благодаря реакциям на это шоу. Вы все крутые, и я вас всех люблю. На этом все, спасибо всем за просмотр, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Скоро увидимся, всем пока-пока. Check it out.